Добрачынная акция «Наши дети» протягивает деять цуды и здесняць мары. Сегодня свято прошло в Гомельском дитячем доме. Гоноровые гости ранешника, помощник президента Республики Беларусь, инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко и представники Гомельского облвыканкама. Подробязности в наступном сюжете. Зараз у Гомельском дитячем доме выховывается 62 дитяти во взросле от 3 до 18 годов. Двое из них являются сиротами. Батьки остальных детей позбавленные правов, або по інших причинах не могут выполнять свои обязанности по их выхованию. За 5 опошних годов у биологичные семьи вернулись 14 выхованцев дитячего дома. Те, кто застався, объединены одной марой – стать необходными для близких людей. Детям желаю, чтобы они учились хорошо и чтобы сбывали все мечты. Счастья, удачи, чтобы было много верных друзей. Всего доброго, счастья, удачи, чтобы у вас все было хорошо с детьми. У якости подарунку помощник президента Республики Беларусь Юрий Шулейко уручил керавництву установы грошовый сертификат на набыццё спортивных обсталявання и умацавання материально-технічной базы. До того ж, он поведомил об тем, что до наступного навучального года у дворы дитячего дома з'явится спортивная пляцовка. Я ознакомился с работой его учреждения. Действительно, уникальная, очень хорошая здесь материальная база, педагогический состав. Ознакомился, конечно, и с детками, которые здесь проходят и воспитание, и учебу, реабилитацию в том числе. Хочу сказать, что здесь много делается для того, чтобы дети полноценно развивались. На этом приемные сюрпризы не скончились. Еще один грошовый сертификат и солодкие подарунки от керавництва в области передал наместник старшини Гомельского облвыканкама Владимир Привалов. За подарки спасибо. У отказ для гоноровых гостей выхованцы продемонстрировали театрализованное представление по мотивах казки «Морозко». Евгения Кухаронок, Ганна Каральчук, Игорь Марищенко, телерадио компания «Гомель».